Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Дмитрий, и сегодня мы поиграем с вами в Forest. Если вы думали, что про эту игру все забыли, то это не так. Давайте начнем. В игрушке, значит, история игрушки такова. Кто не знает, кто не видел, знают этой игре уже хрен знает сколько лет. Тут, значит, суть в том, что самолет попал в авиакатастрофу. Это наш сын, по-моему. Для Тимми. Survival. Выживание. Так. В принципе, и все предисловие к этой игре. Ух ты ж, блин. Ты кто такой? Я просто никогда не смотрел заставку, да и, в принципе, играл-то я один раз, наверное, давным-давным-давно, как только она вышла в какой-то там в альфа-бета, даже не в релиз, я в релиз не играл никогда в жизни. В принципе, должна нормально наиграться, потому что это все-таки уже релизная игра, да, правильно? Правильно. Думаю, она проседать не будет, надеюсь на это. Поел. Я что-то нажал, просто поел. Баночки какие-то. Газировка, скорее всего. Газировка. Так, что с чувствительностью, что с FPS-ом? Что происходит вообще? Вниз тяжело, по краям не всегда тяжело. Ну, что-то как-то прям... Привет. А ты что здесь лежишь? А можно ее это, да? Захреначить. На колбасу. Освеживать можно? А, это я ее... отлично. Отлично, я ее переодел, и теперь я стюардесса. Я набрал таблеток, набрал всего, что только можно. Еда. Поесть я тоже взял. Какая-то странная чувствительность у мышки. Я вращаю вроде. Вот если ровно... Вот. Это из-за проседаний, скорее всего. Так. Я надеюсь, что она будет нормально записываться и будет нормально выглядеть в записи. Чего это? Так, мячик, шмотки какие-то. А, ткани. Палочки. Можно разбивать... Да чтоб тебя, ну. Да ну, ломай. Собираем все, что есть в этих чемоданчиках, потому что... Ну, потому что они пригодятся. Давай, ломай быстрее. Цель этой игры, я так понимаю... Я не понимаю. А, новый предмет собран. Нажмите B, чтобы открыть пособие по выживанию. Чтобы заготовить предмет, нужно собрать требуемое количество ресурсов. Рецепты можно просматривать, добавив предмет и наведя курсор на шестеренку. Нажмите, чтобы добавить предмет в зону создания. Нажмите I, чтобы открыть инвентарь. Ваш коврик для изготовления. Нажмите шестеренку, чтобы создать. Понял. Список дел. Найдите Тимми, разбейте лагерь, найдите пропавших пассажиров самолета. Немножечко она вот все-таки вот проседает в поворотах, и поэтому у меня создается неприятное впечатление, как будто бы она у меня... Как будто у меня мышка там не чувствует половину движений моей руки. Это какой-то дискомфорт все-таки создает. Некий, знаете, не очень большой, но все равно как-то мало приятно. Я вот думаю, может быть, блин,
взять и графику поменьше поставить. Хотя, я думаю, это не поможет, потому что от графики тут мало, мне кажется, все зависит, от, скорее всего, от записи. Тоже записывается это все дело через одну программку. Ну ладно, приладимся. Ничего в этом страшно критичного нет. Думаю, ладно, давайте пойдемте изучать местность. О. Так, что такое? Ну, что такое? Чего орешь? Толку-то от того, что ты орешь, как будто сильнее становишься. Не открывался чемоданчик, значит, значит, нам не нужно его открывать было. О. А, местность какая красивая, смотри-ка. Не падайте, ну, так сильно-то. О, рыбешки. А как ее поймать? Типа никак. Все, захреначил рыбу. Рыба такая спокойная плавает. А, ну, ладно. Так, это у нас что? Птичку убил. Птички какие-то тоже спокойные очень здесь летают. А, лодка. В лодке есть что-то? В лодке ничего нет, но я могу попить. Это радует. Радует. Но мне кажется, я сейчас умру от такой воды, потому что здесь, я думаю, кто-то умер. И не раз. Мы поплывем. Поплывем. Давай, 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 давай. Перемещайся. Какое лютое перемещение. Мы просто сейчас побегаем, посмотрим, хоть что здесь есть, потому что. Потому что я думаю, что здесь. Ох, ты ж как много всего здесь есть. Как-то рядом кто-то бегал, прыгал. Непонятно. Лес, камни. О! О! Деревня какая-то. Что-то меня прям не радует такая деревня, потому что я думаю, что там какие-то недоброжелатели живут. Раз у них тут зубы с этими, с черепами висят прямо на палках на входе. Как-то это недоброжелательно с их стороны. Так, я так понимаю, здесь кого-то убили. И не одного, потому что здесь прям что-то очень много трупов. И очень много всяких неприятных вещей. Вот, например, вот это. Вот что это? Девушка лежит. Мертвая. Так, палаточка. Все, нет палаточки. Или есть палаточка. Это сохраниться можно. Мне сохраняться не нужно, мне можно. Варан. Варан. Смотри, варан. Какая-то куничка какая-то побежала. Чего? Чего такое-то? А, это кастрюли. Кастрюли это очень хорошо. Так, основа выживания. Открыть пособие по выживанию. Мне пособие ваше вообще не уперлось. Подождите, я хоть посмотрю, что тут есть. От прыжков здесь не расходуется, в принципе, этот выносливость. Она расходуется так же, как от бега, поэтому я буду прыгать. Я думаю, так быстрее. По крайней мере, мне так кажется. Я не знаю, насколько это быстрее выходит, но... Он подумал, человек лежит. Выдохся. Ладно, давайте посмотрим пособие по выживанию. Что здесь написано у нас нового. Статистика. Все хорошо, самочувствие. Дней прожито 0. Душевное состояние 100%. Сила столько. Сытость. Вес 205 лбс. Ничего себе, тяжеловес какой. Так, понятно. Основа выживания. Перед тем, как идти в неизведанный лес, разумно построить убежище. Хорошо, я подумаю. Построить убежище. В убежище можно спать и сохраняться. 7 палок, 6 камней, 7 дров. Хорошо, ладно, потом посмотрим. Вторая ступень какая? Развести огонь. Он дает тепло, свет и отпугивает врагов. Но помните, ночью огонь может привлечь незваных гостей. Ладно. А третья ступень. Вот две очень похожие ягоды. Только одна съедобная, а другая ядовитая. Ладно.
учтем мы эти ваши пожелания, потому что, наверное, не для дураков они написаны были, для умных людей, как мы. Кстати, хочу заметить, что это хоррор. Все-таки здесь должно быть страшно. И, возможно, будет страшно, потому что, как я знаю, здесь есть аборигены какие-то бегают, которые тебя могут убить. Но это не точно. Ну, что это такое? Семена какие-то. А, календула. Календула — это здорово. Акулы лежат. Или что это? Рыба какая-то. Большая рыба. Акула, правда, смотри. А нахрена я ей отрубил голову-то? И что мне с ней делать теперь? Ну, здорово. А что, все? Она только для головы нужна была? Ну, видимо, да. О, птичка. Я ее не увидел сразу, потом испугался. Наверняка где-то здесь есть какие-то люди, которых мне... Чуть там такое? Аттракцион же какой-то? Что там головы внизу лежат? Так понимаю, их здесь убивали, что ли, или что? Это зубы гремят, что ли, у них-то? Неприятный какой звук. Что там такое? А там нет ничего. Там просто... Там просто. Это что? Это ткань. А, это что такое? Хорошая вещь. Да, мы вот так вот это дело заскриним, потому что, ну, мало ли, пригодится. На превьюшку пойдет. Неплохая превьюшка. Так, ничего здесь интересного мы не нашли. А, мы бежим не знаю куда. Я просто бегу прямо и хочу что-нибудь здесь найти. Возможно, что-нибудь и получится найти. Там что-то упало только что. И мне это не показалось. Так, это так не работает. И так тоже не работает, ладно. Хорошо, хоть он ноги не ломает уже, спасибо. О, а тут работает, смотри. Даже пополам разрубилось. Отлично. Но цель игры не в этом, немножко. Цель игры здесь в том, чтобы найти... Ну, по крайней мере, как я прочитал только что в... пособии по выживанию. Кто где здесь... Блин, карта, что ли, прогружается с такими звуками? Падает там что-то, вон по все стороны летает. Птички, синички. О, чемоданы лежат. Значит, здесь кто-то был. Значит, сюда даже разнесли это все дело. То есть здесь были аборигены, которые отнесли сюда все, что вот здесь лежит. Возможно, здесь есть что-то полезное в чемоданах, потому что они же не просто так лежат. Ой. Я беру все, потому что... Ну, а почему нет? Я выброшу потом лишнее. Возможно. А возможно, не выброшу. Батарейки нашел. Ткань нашел. Да все, в принципе, нашел. Осталось только... Даже не знаю, что осталось. Осталось дом построить. Пойдем дом построим. Да что такое? Почему? Глюканы какие-то звуковые галлюцинации у меня. Кажется, как будто кто-то рядом стоит. Ой, я вместе с тобой запыхался. Вроде тишина, вроде никого нет. Где построить убежище можно? Убежище можно построить где угодно, просто... Чё это? О, это здесь можно спуститься, я так понимаю, да?
ну спуститься здесь можно только, наверное, вот, да, вот там петарда нарисована. Я так понимаю, нужно взять петарду и бабахнуть там. Не петарда, это, думаю, это типа динамита что-то. И это вход в пещеру, я так понимаю, в какую-то. Просто я видел на картинках, там пещеры есть. То есть это какая-то пещера, в которую можно войти. Я так понимаю, там живут эти как раз аборигены, которые нас могут грохнуть немножко. Совсем чуть-чуть. Ничего себе, зима здесь, смотри. А как... Вам холодно и мокро. Разведите огонь, чтобы просохнуть. Не, давай мы не будем... Давай мы не будем делать так, чтобы нам было холодно и мокро. Мы просто пойдем... О, что там такое? Красненькое. Много красненького, смотри-ка. А, это листья просто. Это деревья какие-то, да? Да, это... Да кто все время ходит там? О, хорошие грибочки, смотри. Опа. А, что из него ничего не выпало? Зачем ты топором паука убил вообще? Это маленькое насекомое. Фу. Смотри, какая дикая хренота. Ну-ка, иди сюда. Ты чё на меня кричишь-то? Ну-ка. Я его испугался. В какой-то момент я думал, что он меня сейчас ударит. А он может, наверное, меня ударить тогда? Я его не догоню никогда в жизни. Тем более такими этими... способами. Просто бегая, размахивая топором. Ладно, дружище, ты не переживай, я тебя не буду трогать. Я знаю, что мне холодно и мокро. Я просто пробежать насквозь. Я думаю, что здесь закончится все это дело. Ну, хватит. Ну, давай, я отдыхаю и побежали. Это хорошие грибы? Нет, не хорошие грибы. Я понял. Не будем больше их есть. А вот эти хорошие. Но эти точно не хорошие. Выглядят они точно не очень хорошо. Что-то у меня вообще мышка какая-то это непослушная стала. Мышка вообще непослушная. Я провожу руками... Ой, руками. Провожу влево, она... Как будто через одну эту. Опа. Как будто через одну... Через 1 сантиметр тормозит. Че это у нас тут такое? Блин. Давай ты здесь не будешь бегать, мне и так страшно. Лак для волос собрано. Я так понимаю, лак для волос можно будет использовать типа как распылительная такая хрень. Опа. Распылительная такая хренота для того, чтобы кого-нибудь отпугивать или что-нибудь разжигать. Ёп, твою мать. Ты видел там, да? Ты видел их? Я тоже их видел. Я не хочу быть в шумном месте, потому что я их не слышу. Где они есть? У них палки в руках были. Или мне показалось? Вон он. Еще и темнеет, блин. Вообще очень не кстати. Ничего мне с этими умалишенными делать? Ты где есть-то, блин? Орешь-то где? Твою мать. Побежали отсюда нафиг, потому что на улице темно, уже ничего не видно. Сейчас они меня грохнут здесь, я буду потом полдня еще собирать. Но это здравый смысл, не нужно так делать. Не нужно нападать на тех, кого больше явно, и еще и ночью. Они-то в этом лесу живут, а я вот в первый день пришел. Ну их нафиг, блин, а то действительно получится какая-нибудь неприятная штука. Убьют меня. Их же действительно больше, чем меня.
Зачем мне с ними спорить? Правильно? Надеюсь, они за мной не побежали. Очень на это надеюсь. А вторая ступень, первая ступень. Так. Я так понимаю, что 7 бревен-то это сложно, да? Тем более в темноте. Твою же ж мать. Где он? Ёп? Где? Кто? Я не вижу вообще ничего. Где? Справа где-то. О, вот он. Тихо. Так, еще один где? А, он живой остался, что? Так, этот точно не живой. А где еще? Где еще один? Тихо. Отмойтесь, говорит. Отмойтесь. Сейчас отмоемся. Фу-ху-ху. Жуть. Жуть. Где его теперь найти? Где теперь найти этого дурака, который второй? Где дерево найти? Вот он, дурак этот. Тихо. Откуда у вас столько здесь? Все. Блять, убили нахрен всё. Твою мать. Ну, что ж теперь поделаешь, убили так убили. Откуда я начну, интересно? Это они меня что, отнесли куда-то, что ли? Так, ладно. Ладно, а где я нахожусь сейчас? Где мои ноги? По ногам себе не нужно бить. Так, какое-то очень неприятное место. Опа. Надо что-то съесть или отдохнуть. Давай что-то съедим или отдохнем. У нас есть батончик. Что-то рядом со мной бегает. Нет? Или мне кажется? Вон там где-то что-то. Так, подожди. Ой, не на ту нажал. На Ай надо нажать и попить. А здесь надо включить фонарик. Фонарик включай. Так, это... А зачем я так сделал? Не знаешь? Я тоже нет. Опа. А то есть это я... Это я, то есть, мог бы вот оттуда вот прийти, что ли? Или чё? Вход, что ли, я нашел какой-то? Или выход? О-о-о! Ё, твою мать, ты смотри. А это кто такой? А это, видать... Что такое? Ты чего меня все пугаете? Мячик у тебя есть. Дружище. Ты поиграл. Неудачно, да? А, убери эту зажигалку свою. Пойдем. Пойдем. Посмотрим. Ни хрена себе у вас тут праздник какой был. А можно прямо вот так искать, да?
А, я как... О, нифига себе, из них деньги выпадают. Как мне его счет и найти? Кого еще надо искать? Почему дальше не находится? Почему дальше не написано, что я там нашел такое-то сиденье пассажирское, еще такое-то не нашел? Почему я одно какое-то нашел, и дальше теперь не пишется? Люди-то висят, вот они. А, пишется. Просто, видать, тех нельзя опознать уже, потому что там ничего не осталось. А ты кто? Ты непонятно кто, да? Я понял. Тоже неопознанный объект. То есть у меня есть список целых людей, которых нужно найти. А зачем я их ищу вообще? Я кто? Я же не пилот, я не спасательная бригада никакая. Я просто человек, который упал и выжил. Для чего мне все нужно-то? Мне просто самому жопу свою спасти. Угу. Вот попить выпадает, отлично. И попить, хочу заметить, достаточно много выпадает и... Ой, выпадает настолько много, что я даже взять столько не могу. Так, двоих еще нашел. Да что такое-то? Чё у меня... Мышка так работает плохо. Мышка-то вроде нормально работает, а вот... что-то другое... О, динамит, я, слушай... Ебана мать! Динамит, я могу взорвать там динамитом. Еще один вход найти. То есть, ну как не найти, а сделать. Это удобно. О, это что такое? Это отсюда я вылез? Угу. Наверное, да. Так, у нас сейчас серия-то закончится, потому что уже долго достаточно идет она. И... мы сейчас просто пойдем построим... А зачем нам куда-то идти, если мы можем просто здесь это делать? Можем построить дом... дом здесь вполне себе, я так считаю. Да что такое-то? Почему висит-то все? Мне очень не нравится то, что у меня провисает постоянно. Вот это вот, вот это вот, вот так вот дергается. Не... вот, вот это вот, ты видишь это, да? На Shift, когда нажимаешь, оно вот так вот работает. Вот так вот вроде норм. Ну и то не очень, конечно. Ладно. Это уже что-то в игре. Скорее всего, из-за записи. Опа. Опа. О-о-о. Начинается. Начинается. Не, я больше не пойду с вами, ребят. Я не хочу. Надо, чтобы их было только двое. Так, один, одного я захреначил. Иди сюда. Куда ты смылась? Где она есть? Куда она убежала? Вон туда? Где эта тетка? Или не тетка? Или просто обросший мужик? Непонятно, ладно. Мы должны построить дом. Дом построим прямо тут. Ну, потому что это практично, мы прям у входа будем находиться. То есть, это удобно. Постройки. Убежище. Небольшую хижину давай замутим. Блять, что вы все пугаете-то? 13 бревен. 13 бревен — это не так много. Бревны я вот так вот, по-моему, добываются. Просто рубишь и все. Сейчас мы построим убежище и закончим серию. Надеюсь, больше ничего с нами страшного не произойдет за, это, за все время, которое мы будем строить. Вот. Чего там сзади было? Еще одно деревце упало.
Там, по-моему, по 3, по 4 бревна. То есть нам нужно 4 дерева точно. Все, давай, отдыхай. Отдыхай, отдыхай, отдыхай. Ой. Такой он процесс, конечно. Такое-то. Почему провисает так все? Мне не нравится. Ой, сейчас провисло все как. Да, вот это вот, вот сейчас было проседание прям было. Хотя это не из-за того, что, ну, и не из-за видеокарты, это просто скорее... Ну, я второй уже какой раз говорю, что это скорее всего из-за записи. То, что без записи оно игралось вроде даже в бетке, в принципе, нормально. Это не в бетке, а в какой-то там до релиза версии. Не помню, в какой. Кто там летает? Летают эти птицы, блин, они дикие, они могут клюнуть за затылок и все. Они что же жрать хотят, правильно? Правильно. Подобрать бревна, давай с 12. Сколько мне осталось? Два. Два бревна осталось найти, слушай. А они не упали случаем, нет? Или мне их еще срубить надо? Одно и... А, вот они, все, смотри-ка. Все четко рассчиталось. Отлично. Так. Цешечку. Это я поиграл. Можно перезаписать. Я пробовал играть. Отлично. Можно зайти. И постоять тут. И на этом, в принципе, закончить. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем до встречи в новой серии. Всем пока.